Светло, но я для вас даже сейчас закрою шторы, чтобы вам показать принцессу Кейт на балконе, друзья. Вот они, показываю на балконе чуть-чуть. А это король и Камила. Вот они. Для них такой помост сделали, они ближе. Вот она, Кейт, смотрите. Смотрите, смотрите. Показываю, но ее очень мало показывают, совсем чуть-чуть. Опять показываю. Но она наклоняется, не видно совсем, смотрите. Ай-яй-яй. Дождь прекратился, хоть одно хорошо. Хотя лужи, видите? Вот видите трибуны отовсюду. Вот как раз билеты продавались на эти трибуны. Король и королева, видите, встали. Принимают парад. Вот. Король и на коне принц Уильям. Вот он снова король. Вот рядом. Поехали в Букингемский дворец на балкон. К сожалению, дождь начался. Вот, смотрите, дети с Кейт в карете. Пожалуйста, вам. Ну вот шляпка, к сожалению, у нее одета не на ту сторону. Вот она снова, Кейт, показываю вам. Отвернута. Не хочет особенно показываться на камеру. Первая карета, король и королева. Вот они. Тоже плохо видно очень. Вообще съемки, конечно, надо сказать, отвратительные. Ведь это же первый канал BBC. Снова показываю. Деток с этой стороны хорошо видно. А там... Сейчас сначала все это вам покажу чуть-чуть, а потом буду комментировать, потому что нельзя много показывать, заблокируют мое видео. Карета короля. Карета Кейт. С детьми. Принц Уильям. Здесь на коне. Поэтому его в карете нет, еще раз повторяю. Ох, какой сильный, посмотрите, дождь пошел. Просто очень сильный, посмотрите, да? Это не у меня на экране, это у них там, у BBC. Посмотрите, такие капли на экране, да? Опять король с Камилой. У короля как-то очень открытая карета, видите, да? А вот у Кейт почему-то не такая, мне кажется. Вот эти вот лошадки, посмотрите, с мохнатыми ножками. А вот опять Кейт с детьми. Видите, у нее карета как-то более закрытая. Или мне так кажется. Увидим сейчас на балконе, друзья. Очень сильный дождь, если вам видно. И вы знаете, я почему вам это все показываю? Ну, потому что была такая интрига, где Кейт, куда пропала. И вот вам, пожалуйста. Ну, вот диктор говорит, хорошо, что хоть этот дождь начался в конце парада. Не так все промокли. Показываю опять вот этих вот лошадок с барабанами. Называется horse drum. Они другие, видите, с мохнатыми ногами. Я расскажу потом попозже вам про них. Я не вижу, не показывают принца Уильяма. Где он? Даю вам послушать. Диктор говорит про принцессу. Ну вот дождь немножко прекратился, посмотрите. Чисто английская погода.
talked about the skill of riding. As well as Princess Charlotte trying desperately to clean that fog off the glass. Посмотрите, еще и окна запотели в карете у принцессы и детей. Очень ярко, красочно, красивая карета у них. Сейчас должен быть парад ВВС. И на балконе для того и появляется вся семья, чтобы смотреть за парадом ВВС. Тоже очень красивое зрелищное видео. Зрелищный парад. Летчики асы показывают всякие чудеса пилотирования. Но вот по такой погоде, когда дождь льет, уж не знаю, как это будет все смотреться. И будет ли вообще. Это принцесса с детьми опять. Показываю вам по ходу. Очень плохо видно, а сейчас так вообще. Бывают уже Букингемский дворец у нас. Сейчас увидим на балконе всю семью. А, кстати, у Чарльза тоже черная карета. Просто она внутри вся белая. Я, видите, перепутала. Обе кареты черные. Это Кейт с детьми на плане Букингемского дворца. Вот они уже едут. Король вышел. Так, эта карета подходит. Кейт с детьми. Но это он всем опять отдает честь. Это, так я понимаю, семья Роял. Не вижу принца Уильяма, почему-то его не показывают. Вот красивый вид Букингем Палас. И видите, красным бархатным ковром отделан балкон. Камила. Опа. Принц. Снова Кейт показывают. Но это она. Это явно она. Никакой не двойник. Смотрите. Король и королева. Пожалуйста, друзья, смотрите. И что только нам не рассказывали про Кейт, как она плохо выглядит. А она прекрасно, по-моему, выглядит. Так же, как всегда. Красавица Кейт. Боже мой, какая. Is the RAF aerobatic team, the Red Arrows. It's a big year for them, celebrating their 60th display season in 2024, given almost 5,000 displays in 57 countries. They're led by Red One, its way through the blue sky and over Buckingham Palace. Красиво. Очень красиво. Смотрите. Как я рада видеть Кейт Миддлтон живой и здоровой. Как прекрасно. Ну, может быть, еще не совсем здоровой, но, по крайней мере, выглядит прекрасно. Посмотрите, друзья, и детки уже подросли. Ну вот, гимн, все стоят. Здесь теперь будет масса фотографий. Ну, друзья, посмотрите, это же ведь Кейт. Конечно, Кейт. Как я рада, что с ней все в порядке. Ну вот, 2,5 часа, и все закончилось. Прекрасно выглядит.
принцесса Кейт. Напоминаю, прямой эфир 15 июня 2024 года. Официальное день рождения короля празднуется. Видите, лошадки эти с барабанами специально обученные, потому что очень громкие барабаны. Вот это везут пушки, которые будут стрелять 41 раз. Салют. Опа, смотрите. Выходят на балкон. Смотрите, как далеко балкон. Там практически ничего не увидишь. Только если близко показывают BBC, телевидение. А так-то что можно здесь на балконе увидеть? Невысоко балкон, но он очень далеко. Видите, какой вид. Ждем, ждем, потихонечку поднимаются люди на балкон. Это лошадки пушки везут. Очень красиво. А это вот люди стоят, ждут турада ВВС. Ждут посмотреть, поприветствовать Royal Family на балконе, как обычно. Посмотрите, все с зонтами. Дождь идет. Красивый очень вид. Typical the British summer day. Посмотрите, сколько людей. О, Боже. Очень популярный вот этот вид. Все всегда любят его показывать на фотографиях. Сейчас будут стрелять. Салют.